Это штабная машина на базе КАМАЗа трехосного, имеет повышенную проходимость и используется при ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций. Отсюда происходит управление силами и средствами Кубань-Спас. Это место операторов, которые осуществляют сбор информации, обработку ее, также дают предложение по принятию решения руководителю спасательных работ. Во время ликвидации ЧС оборудуются персональными компьютерами, принтерами. И тут же можно оборудовать два места для отдыха тех же операторов. В следующем отсеке в рабочее время опускаются полки верхние, и этот отсек превращается в комнату для совещаний. То есть 6 человек могут комфортно разместиться и принимать решения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также здесь полностью имеется комплект посуды, микроволновая печь, холодильник. В следующем отсеке генераторы, световые башни, ну и все для автономного пребывания.